Вот, продолжаем обозревать. Кстати, снимаю на Pixel 4 XL. Если, может, кому интересно. Опа, ворота закрылись. Покажу вам достопримечательности некоторые тут есть. Все же есть на что посмотреть тут у нас. Безусловно. Городок такой интересный. Давайте так покажу со стороны. Небо чистое сегодня у нас. Не, ну у нас весна уже вообще-то. Я сегодня еще февраль месяц. По рельсам. Рамик он стоит у нас такой красивый. Хотел дорогу перейти, но не буду, подожду я. Постою, поснимаю его. Поглазеть, так сказать. Как далеко там. Пошли. Вот.
Российской Федерации. Кандинавская область. Вам показать по максимуму, ребята. Но вдруг мало ли кому интересно будет, заинтересует наша область. Да возьмут, да приедут сюда к нам в гости, полюбоваться нашими, так сказать, местами. Красиво, не почему. Звезда такая. Да. Иисус Христос, слава Ему. Ставит уже этот памятник, птички летают. Смотрите на здоровье, приезжайте к нам, рады будем. Люди у нас вроде хорошие. Желательные. Надеюсь, я во всяком случае. Интересно все-таки на вот таком вот фоне что-то либо как-то сфоткаться, отослать, показать кому-нибудь. Интересно же все-таки. Пусть другие посмотрят, что у нас есть в городе. Такого вот интересного. А есть много чего. Интересно всякий раз обойти его, посмотреть на него, потому что есть на что. Ну вот пока все на этом. Всего доброго вам всем. Успехов, здоровья, счастья, всего самого-самого. Интересно. Будут еще выпуски, много выпусков. Покажу вам.
хорошо, тепло у нас сегодня. Какое сегодня у нас? 20 февраля. Очень тепло. Как весна. Весна на дворе. Все, зима уже отошла. Ее и не было-то по большому-то счету зимы как таковой. Вообще ни снега, ничего. Вот февраль вообще дождливый такой получился. Не прекращаются дожди. Прямо неделями льет. Но сегодня погодка, слава богу, шикарная просто. Для февраля месяца вот солнышко светит, тепло. Плюс 10 у нас температурка. Славная погодка. Шепчет. Ну, дорогие друзья, показал вам по максимуму. Обозрел места. В принципе, так сказать, одно место такое. Будут еще обзоры, повторюсь. Тоже снимаю. Трамвайчик едет. Люблю трамваи. Все, всего доброго всем, до свидания, до новых выпусков. Заходите, всегда вам рады.